Итак, друзья, следующий товар. Открываем. Честно говоря, уже очень много видео снял за один раз. Немножечко устал, но все для вас, друзья, все для вас. О, да. Друзья, вот Hoodie Champion. Они очень недооценены на самом деле, потому что у них самое приятное качество, у них просто космический дизайн. Ну, то есть Nike так не делает, да, друзья, Nike все-таки больше про классические силуэты, про классические элементы в дизайне. Итак, смотрим. Итак, где наш формальный критерий? Вот он, друзья, сертификат Poison, подтверждающий оригинальность товара. Значит, худи. Друзья, просто поглядите на это. Так, кстати говоря, она кажется мне немножко большой. Размер указан как M. Но по ощущениям он чуть-чуть больше. То есть у меня размер M. Я вот сам визуально так на себя примеряю. Кажется больше. Ну да ладно, друзья. Замечательно прошито. Как вы видите, черно-белый логотип, без цветовых элементов, клипса, все на месте. Значит, медиум, вот вы видите, да? Бренд указан. Внутри без начеса, друзья, Давайте снизу посмотрим. А нет, снизу начес, друзья. Тут у нас такой приятный начесик, а капюшон просто сделан из ткани. Просто ткань, друзья, вот. Надеюсь, видно. Собственно, вот так она выглядит спереди. Вот так она выглядит сзади. Космический. Друзья, заказывайте. А, забыл вам показать. Вот еще такие вот висят у нас штучки. Друзья, проходите в профиль, читайте описание, оформляйте заказ. Отправляли вам аккуратно упаковав все и с сертификатом оригинальности.